Здравствуйте, уважаемые, с вами Корыч, и если вы смотрите это сегодня и видите на мне вот эту вот дебильную шляпку, то значит сегодня 31 декабря, между прочим, а это значит, что наконец-то закончился этот год. Тем не менее, для себя хочу отметить, что этот год это был самый лучший год в моей жизни, потому что я понял, что я хочу быть стримером, начал делать контент, сделать все возможное для осуществления своих каких-то амбиций, планов. Что-то получилось, что-то не получилось, но из всего мы извлекли урок. Ну ладно, хватит обо мне. Я в первую очередь хочу поздравить всех тех, кому нравится мое творчество, или всех, да в принципе всех хочу поздравить, даже тех, кто не знает обо мне. Вот если ты, если попался сейчас, тебе вот этот вот ролик, то я тебя не прошу ставить лайки, комментарии, главное просто впитай весь вот этот позитив. Я тебе отсылаю этот позитив. И чтобы у тебя все было хорошо, чувак или чувиха, короче, блин, плесень или плесневелый. Я про возраст говорю, да? Собственно, всем желаю всего самого наилучшего. Я в этом году последний день буду квасить, как не знаю кто. И надеюсь, вы тоже... Я про капусту, если что. Я надеюсь, вы тоже очень хорошо отдохнете. И следующий год мы пойдем со всеми силами. И вот это вот завтра, которое никогда не наступает. Я, например, начну заниматься спортом завтра. Я брошу курить завтра. Я брошу пить завтра. Я надеюсь, это завтра наступит, 1 января. Все, ребят, всем большое спасибо. Ну да, если вы новенькие, естественно, подписывайтесь, я буду только очень рад. У меня игровой канал по игровому контенту, всевозможному. Поэтому, в общем, всех люблю, обожаю. Особенно ребята Квазары, Чинсомния, Паша, блин, Делираж, мой боевой полупокер. Короче, всех люблю. Если что, не обижайтесь. Мы у нас на сайте... Тьфу ты, на сайте, блин. Заговариваюсь уже. Короче, ребят, всех люблю, обнимаю. Надеюсь, вы очень хорошо спразднуете Новый год и встретимся с вами уже, через пару дней, получается. Все, ребят, до скорого.